Привет из Италии, из Флоренции. Здесь одна из местных достопримечательностей. Это вот такой дикий кабан, вход которого все проходящие люди кладут монетку. Собираются, монетка должна попасть ровно в сектор, в отсек. И, пользуясь случаем, прошел один местный итальянец, забрал монетку две монетки по 1 евро и кинул туда самую маленькую 10 центов. Вот такой прибыльный бизнес, это кабан, на котором загадывают желания все местные и проходящие. Привет из Флоренции.